10-й ряд мы связали. Я уже начала 11-й ряд. Значит, 11-й ряд. Соединительные столбики по столбикам с одним накидом. 3 воздушные петли в арку. И в эту же арку еще 2 столбика с одним накидом. 3 воздушные петли, сюда же 3 столбика с одним накидом. Далее 7 воздушных петель, 3, 4, 5, 6, 7 и столбик без накида вот в эту арку лепесточка. В нижнюю арку лепесточка привязываем его столбик без накида. 7 воздушных петель, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше соединяемся вот в эту арку. Снова вяжем 3 столбика с одним накидом. 3 воздушные петли. И сюда же снова 3 столбика с одним накидом. Далее снова 7 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7. Привязываем лепесточек в нижнюю арку. Столбик без накида. 7 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7. И так вяжем по кругу. Вот это как выглядит. Вяжем по кругу до конца ряда. Соединяемся в третью воздушную петельку с начала ряда. Это будет 11-й ряд. 12-й ряд. Точно так же соединительные столбики по столбикам с одним накидом. Далее в арку вяжем 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли. 3 столбика с одним накидом в эту же арку. И 5 воздушных петель. Потом столбик без накида в столбик без накида. Вот сейчас покажу. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. И в столбик без накида предыдущего ряда, который у нас соединялся с лепесточком, вяжем столбик без накида. 5 воздушных петель. В следующую арку 3 столбика с одним накидом. Три воздушные петли. И сюда же 3 столбика с одним накидом. Пять воздушных петель. Столбик без накида в столбик без накида. И так вяжем по кругу до конца ряда. Соединяемся соединительным столбиком в третью воздушную петлю от начала ряда. 13-й ряд. Соединительные столбики по столбикам с одним накидом до арки. И в арку. 3 воздушные петли. Сюда же 2 столбика с одним накидом. 3 воздушные петли, и в эту же арку 3 столбика с одним накидом. 7 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше будем вязать столбик без накида, в столбик без накида 11-го ряда.
захвату, а столбик без накида 12 ряда, 7 воздушных петель. И дальше тот же самый элемент, как и вязали ниже. 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли и сюда же 3 столбика с одним накидом. Итак, вяжем по кругу до конца ряда. Соединяемся в третью воздушную петлю соединительным столбиком. Это 13 ряд. Соединительные столбики по столбикам с одним накидом до арки и в арку. 3 воздушные петли. Сюда же 2 столбика с одним накидом. 3 воздушные петли, сюда же 3 столбика с одним накидом. Далее 7 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, столбик без накида в следующую арку, снова 7 воздушных петель. Столбик без накида в следующую арку. И еще раз 7 воздушных петель. А дальше раппорт повторяем. 3 столбика с одним накидом. 3 воздушные петли. И в эту же арку 3 столбика с одним накидом. Как выглядит. Вяжем по кругу до конца ряда. С 14 ряда соединяемся следующим образом. Крючок вводим над 3 воздушными петельками, как при изнаночном вязании. 3 воздушные петли над следующим столбиком. Вокруг следующего столбика вяжем кластер из 2 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Вокруг следующего столбика рельефный изнаночный столбик. 3 воздушные петли. Рельефный изнаночный вокруг следующего рельефного, вокруг следующего столбика. Вокруг следующего столбика кластер из 2 рельефных лицевых столбиков с одним накидом, рельефный изнаночный столбик, 5 воздушных петель, столбик без накида в арку. Пять воздушных петель в следующую арку. 5 воздушных петель. Столбик без накида в эту же арку. 5 воздушных петель. Столбик без накида в следующую арку. 5 воздушных петель. Накид, рельефный изнаночный столбик вокруг следующего столбика, кластер из 2 рельефных лицевых вокруг следующего столбика, 3 рельефный изнаночный вокруг следующего, 3 воздушные петли, пропускаем арку,
Вокруг следующего столбика рельефный изнаночный столбик. Вокруг следующего столбика кластер из двух рельефных лицевых столбиков. Вокруг следующего рельефный изнаночный. Так вяжем по кругу. Соединяемся, как я показывала, вокруг вот этих трех воздушных петель. Вот как это выглядит. Центральную арку будет два столбика. Вяжем по кругу до конца ряда. Три воздушные петли, кластер из двух столбиков рельефных лицевых с одним накидом. Вокруг кластера рельефный изнаночный столбик вокруг следующего столбика, 4 воздушные петли, вокруг следующего рельефный изнаночный столбик, кластер из двух рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Рельефный изнаночный столбик. Далее будем вязать над арками 5 воздушных петель. Пропускаем арку. В следующую арку столбик без накида. 3 воздушные петли. Далее будем вязать в эту арку 3 попкорна. Между ними вот 3 воздушные петли. Попкорн из 5 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5. Объединяю в попкорн 3 воздушные петли. Сюда еще 2 попкорна. Три воздушные петли. Объединяю в попкорн 3 воздушные петли. В следующую арку столбик без накида. 5 воздушных петель. И далее наш раппорт. Рельефный изнаночный столбик. Кластер. Вокруг кластера. Из двух рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Изнаночный столбик с одним накидом. Так вяжем по кругу. В конце соединяемся точно так же, как я показала в начале ряда. Это у нас 16 ряд. 17 ряд. 3 воздушные петли. Далее будем вязать так. Вот у нас кластер. Состоит из двух ножек. Мы сейчас будем вязать кластер вокруг первой ножки, вокруг первого столбика предыдущего кластера. Кластер из двух столбиков рельефных лицевых с одним накидом. 2 воздушные петли. Вокруг следующей ножки снова вяжем такой же кластер из двух рельефных столбиков с одним накидом. Дальше рельефный изнаночный столбик вокруг рельефного изнаночного. Вот как это выглядит. 3 воздушные петли. Пропускаем арку вокруг следующего столбика. Рельефный изнаночный столбик. Дальше кластер вокруг первой ножки.
2 воздушные петли, вокруг следующей ножки такой же точно кластер и рельефный изнаночный столбик остался. Вот так выглядит у нас эта группа. Дальше. Дальше 4 воздушные петли. И будем вязать вот над этой группой. Пропускаем арку, арку. И в следующую арку столбик без накида. 3 воздушные петли. В следующую арку столбик без накида. 4 воздушные петли. Накид, пропускаем арку, арку. Вокруг следующего вяжем рельефный изнаночный столбик и повторяем наш раппорт. Вокруг первой ножки кластер из 2 столбиков рельефных лицевых с одним накидом, 2 воздушные петли. Вокруг следующей ножки такой же кластер. Рельефный изнаночный столбик, 3 воздушные петли, пропускаем арку вокруг следующего столбика, рельефный изнаночный столбик, кластер вокруг первой ножки, вокруг первого столбика 2 воздушные петли. Вокруг следующего снова вяжем такой же кластер, рельефный изнаночный столбик и повторяем. Вот как это выглядит. Восемнадцатый ряд. 3 воздушные петли. Вокруг кластера вяжем кластер из 2 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. В арку столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Снова сюда столбик с одним накидом в эту же арку. Вокруг кластера вяжем кластер из 2 столбиков с одним накидом. Дальше рельефный изнаночный столбик. Вокруг рельефного изнаночного столбика 3 воздушные петли. Пропускаем арку. Рельефный изнаночный столбик, кластер вокруг кластера, столбик с одним накидом в арку, 1 воздушная петля, сюда же столбик с одним накидом, кластер вокруг кластера, рельефный изнаночный вокруг рельефного изнаночного. 4 воздушные петли. Столбик без накида. Пропускаем большую арку. И в эту арку столбик без накида. 4 воздушные петли. Пропускаем арку. И дальше повторяем раппорт. Рельефный изнаночный столбик. Кластер вокруг кластера. Столбик без накида в эту же арку. 1 воздушная петля. Сюда же столбик без накида. Кластер вокруг кластера.
из двух рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Рельефный изнаночный столбик, 3 воздушные петли, рельефный изнаночный столбик, кластер вокруг кластера, столбик без, с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом, кластер вокруг кластера, рельефный изнаночный столбик, 4 воздушные петли, столбик без накида. Вот как это выглядит. Вяжем по кругу до конца ряда. 19 ряд, 3 воздушные петли. В этом ряду мы тоже будем вязать, как бы раздваивать наши вот эти полосочки. Вот как здесь было раздвоение, сейчас напротив каждой еще будет раздвоение. То есть вместо 4 кластеров в этом, на этом участке будет 8 кластеров. Вокруг первого столбика нижележащего кластера вяжем кластер из двух рельефных лицевых столбиков. 1 воздушная петля. Вокруг второго столбика тоже вяжем кластер. 1 рельефный изнаночный столбик. 1 воздушная петля. Рельефный изнаночный столбик. Вокруг следующего столбика вяжем кластер. 1 воздушная петля. Вокруг следующего вяжем кластер. И рельефный изнаночный столбик. Вот как это выглядит. Везде у нас по одной воздушной петле между ними. Дальше здесь тоже 1 воздушную петлю вяжем. Рельефный изнаночный столбик. Здесь тоже будет раздвоение вокруг первого столбика. Вяжем кластер, 1 воздушная петля, вокруг второго столбика тоже кластер, снова 1 воздушная, так нет, рельефный изнаночный столбик, одна воздушная петля, рельефный изнаночный столбик вокруг следующего столбика. Кластер вокруг первого столбика кластера ниже лежащего. 1 воздушная петля. Кластер вокруг следующей ножки. Вокруг следующего столбика кластера. И рельефный изнаночный столбик. Над этой группой вяжем 3 воздушные петли, пропускаем их, рельефный изнаночный столбик, и дальше все повторяем, делаем раздвоение, 1 воздушная петля, кластер. Не забываем вязать рельефный изнаночный столбик, где он есть. 1 воздушная петля. Рельефный изнаночный столбик. Кластер вокруг столбика. 1 воздушная петля. Кластер вокруг следующего столбика. И еще
рельефный изнаночный столбик, одна воздушная петля, пропускаем арку, рельефный изнаночный столбик, кластер, воздушная петля, кластер, изнаночный столбик, кластер, воздушная петля, изнаночный столбик, кластер, воздушная петля, и изнаночный столбик. Три воздушные петли. Вот как выглядит. То есть каждую эту полосочку мы еще разделили на две. Вяжем до конца ряда и соединяемся, вот как здесь, как обычно, как в предыдущих рядах. 20-й ряд, 3 воздушные петли, кластер вокруг кластера, столбик с одним накидом в арку, 2 воздушные петли, сюда же столбик с одним накидом, кластер вокруг кластера, рельефный изнаночный столбик, одна воздушная петля, рельефный изнаночный столбик вокруг рельефного изнаночного, кластер вокруг кластера, в арку столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, сюда же столбик с одним накидом, кластер вокруг кластера, рельефный изнаночный столбик. Дальше пропускаем вот эту арку, сразу же вяжем рельефный изнаночный столбик, кластер вокруг кластера. Кластер у нас состоит из 2 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. В арку вяжем 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. Сюда же вяжем столбик с одним накидом, кластер вокруг кластера, рельефный изнаночный столбик. Одна воздушная петля, рельефный изнаночный столбик, кластер вокруг кластера, один столбик с одним накидом в арку, 2 воздушные петли, сюда же столбик с одним накидом, кластер вокруг кластера, рельефный изнаночный столбик с одним накидом. Вот мы провязали эту группу. Вот они у нас идут. Разветвление. Значит, между первым и вторым по 2 воздушные петли. Здесь 2 воздушные петли. Здесь 2 и здесь 2.
здесь по одной. Здесь по одной, а здесь нет совсем. Дальше одна воздушная петля. Пропускаем вот эту арку. Рельефный изнаночный столбик. Кластер вокруг кластера. Столбик с одним накидом в арку. Две воздушные петли. Сюда же снова столбик. Кластер. Рельефный изнаночный столбик. Одна воздушная петля. Пропускаем арку. Вокруг следующего рельефный изнаночный столбик. Кластер вокруг кластера. Столбик с одним накидом в арку. Две воздушные петли. Снова столбик с одним накидом. Кластер вокруг кластера. Рельефный изнаночный. Эту группу связали. Сразу же рельефный изнаночный вокруг следующей группы. Кластер вокруг кластера. Одна столбик с одним накидом. Две воздушные петли. Сюда же столбик с одним накидом. Кластер вокруг кластера. Рельефный изнаночный столбик. Одна воздушная петля. Изнаночный. Кластер. Столбик с одним накидом. Все мы повторяем. Одна воздушная петля. В общем, вот такие группы у нас будут получаться. Вяжем до конца ряда. 21 ряд. Соединительный столбик до кластера. Соединительный столбик вокруг кластера. Одна воздушная петля. Кластер вокруг кластера. Рельефный изнаночный столбик. Две воздушные петли. Рельефный изнаночный столбик. Кластер вокруг кластера. Рельефный изнаночный столбик. Три воздушные петли. Рельефный изнаночный столбик. Кластер вокруг кластера. Рельефный изнаночный столбик. Столбик. Две воздушные петли. Рельефный изнаночный. Кластер вокруг кластера. Пропускаем вот эти два столбика изнаночные. Дальше вяжем. Снова кластер вокруг кластера. Рельефный изнаночный. Две воздушные петли. Рельефный изнаночный. Кластер. Изнаночный. Три воздушные петли. Изнаночный.
кластер. Вокруг кластера рельефный, изнаночный, две воздушные петли. Изнаночный кластер. Пропускаем вот эти два столбика. Кластер вокруг кластера. Изнаночный вот как это выглядит. Воздушные петли 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2. Вяжем по кругу до конца ряда. 22 ряд. Делаем соединительный столбик вокруг двух кластеров. Рельефный лицевой столбик. Вокруг двух кластеров вяжем кластер из двух столбиков с одним накидом. Одна воздушная петля, рельефный изнаночный вокруг рельефного изнаночного, кластер вокруг кластера, рельефный изнаночный. 4 воздушные петли, изнаночный столбик вокруг изнаночного, кластер вокруг кластера, изнаночный вокруг изнаночного, 1 воздушная петля, кластер. Вяжем вот над этими двумя кластерами, пропускаем рельефный изнаночный. Подхватываем два кластера, вокруг них вяжем кластер из двух рельефных лицевых столбиков с одним накидом. 1 воздушная петля, вокруг следующего изнаночного вяжем изнаночный столбик, кластер вокруг кластера, рельефный изнаночный столбик. И повторяем 4 воздушные петли, изнаночный вокруг изнаночного, кластер вокруг кластера, изнаночный вокруг изнаночного, 1 воздушная петля. Над этими кластерами вяжем один кластер вокруг них. 1 воздушная петля, изнаночный, кластер, изнаночный, 4 воздушные петли. Все повторяем до конца ряда. 22 ряда соединились вершину кластера. Дальше соединительные столбики до столбика рельефного изнаночного. 3 воздушные петли. Кластер вокруг кластера. Рельефный изнаночный столбик. У меня закончилась ниточка. Я сейчас буду присоединять нитку. Накид. Рельефный изнаночный столбик.
эти ниточки оставлю, потом их заправлю. Дальше 1, 2, 2 воздушные петли. В арку вяжем 3 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли. Рельефный изнаночный столбик. Кластер. Рельефный изнаночный столбик. 2 воздушные петли. Изнаночный столбик. Кластер вокруг кластера. Изнаночный столбик. 2 воздушные петли. И повторяем раппорт. 3 столбика. Вот как выглядит этот ряд. Ниточки я потом спрячу. В начале ряда можно не вязать рельефный изнаночный столбик. 3 воздушные петли, они все равно спрячутся и будет незаметно. Вяжем до конца ряда. 24 ряд. 3 воздушные петли. Кластер вокруг кластера. Из 2 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Вокруг следующего столбика рельефный изнаночный столбик. 3 воздушные петли. Следующий столбик. Столбик с одним накидом. Следующие 2 столбика с одним накидом. Три воздушные петли. В этот же столбик еще 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Следующий столбик. Столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Вокруг следующего столбика столбик изнаночный. Кластер вокруг кластера из 2 столбиков рельефных лицевых. Дальше рельефный изнаночный столбик. Пропускаем арку. Снова рельефный изнаночный вокруг следующего столбика. Кластер вокруг кластера. Из 2 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. И снова рельефный изнаночный столбик вокруг следующего изнаночного столбика. Далее наш раппорт повторяем. То есть мы будем повторять раппорт. У нас практически вот эти элементы будут одинаковые. Одинаково вязаться, хотя вот выглядят они здесь по-разному, вяжутся уже одинаково. 25 ряд. 2 воздушные петли. Рельефный лицевой столбик вокруг кластера. 2 петли вместе. Дальше рельефный изнаночный столбик вокруг рельефного изнаночного. 3 воздушные петли. Следующий столбик. Столбик с одним накидом. Еще один столбик с одним накидом. Следующий столбик. И следующий столбик. Еще один столбик. 2 воздушные петли. В арку вяжем столбик. 3 столбика с одним накидом. Две воздушные петли в следующий столбик. Столбик с одним накидом. В следующий снова столбик и еще один столбик. То есть в
Каждый столбик вяжем по одному столбику с одним накидом. 3 воздушные петли. То есть здесь по 3, здесь 2. Рельефный изнаночный столбик вокруг рельефного изнаночного. Кластер вокруг кластера. Пропускаем изнаночный столбик, еще изнаночный. Вокруг следующего вяжем кластер вокруг кластера. Вокруг следующего рельефный изнаночный. И повторяем. Вот как выглядит 25 ряд. В конце 25 ряда соединяемся, вводим крючок под кластер и соединительный столбик. 2 воздушные петли, 26 ряд, накид и вокруг 2 кластеров провязываем кластер. Первый столбик, второй столбик. Провязали 2 столбика вместе. 3 воздушные петли. Следующий, в каждый из следующих 3 столбиков по одному столбику с одним накидом. В арку 1 столбик с одним накидом, в следующий столбик с одним накидом, в следующий еще столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, и в этот же столбик еще один столбик с одним накидом, столбик с одним накидом, следующий столбик. В арку 1 столбик с одним накидом. И в каждый из следующих 3 столбиков по одному столбику с одним накидом. 3 воздушные петли. Пропускаем рельефный изнаночный столбик. Кластер вокруг 2 кластеров. 3 воздушные петли и продолжаем раппорт. Три столбика, каждый из следующих 3 столбиков. Столбик с одним накидом в арку. 2 столбика в следующие 2 столбика. 3 воздушные петли, в этот же столбик с одним накидом и в следующий столбик. В арку столбик с одним накидом, 3 столбика. Три воздушные петли. Пропускаем рельефный изнаночный столбик, кластер вокруг 2 кластеров. 26 ряд. Вяжем по кругу. В конце ряда соединяемся в вершину 1 кластера. 27 ряд. Я немножко повязала, вот он как будет выглядеть. Он будет состоять из арок и убавок. В начале ряда вы соединились, у вас соединительный столбик, делаете 1 воздушную петлю и вокруг кластера рельефный лицевой столбик без накида. А я продолжаю дальше.
столбик без накида, рельефно-лицевой, 5 воздушных петель, дальше вот у нас здесь столбики с одним накидом, мы делаем 2 накида, рельефно-лицевой столбик вокруг первого столбика, не довязываем, 2 накида, рельефно-лицевой столбик с 2 накидами не довязываем и еще один вокруг следующего столбика. И сейчас все 4 петельки провязываем вместе. Мы связали убавку из 3 рельефных лицевых столбиков с 2 накидами. 5 воздушных петель. Повторяем такую же убавку вокруг следующих 3 столбиков. 2 накида. Пять воздушных петель. И в следующую арку вяжем 2 такие убавки. Между ними арка из 5 воздушных петель. Первый столбик. Второй. Третий. 5 воздушных петель, 2 накида и сюда же такую же убавку вяжем. Пять воздушных петель. 2 накида. Вокруг следующих 3 столбиков вяжем убавку из 3 рельефных лицевых столбиков с 2 накидами. 5 воздушных петель, 2 накида. Еще одна убавка. Вот как они выглядят. 5 воздушных петель. Вокруг следующего кластера рельефный лицевой столбик без накида. И вяжем по кругу. Повторяем раппорт. Это предпоследний ряд. В конце ряда соединяемся соединительным столбиком. Вот в первый столбик. Заключительный ряд. Вот он как будет выглядеть. В начале ряда вяжите 1 воздушную петлю. Вот у вас здесь будет соединение, 1 воздушная петля. И в арку 5 столбиков без накида. 3, 4, 5. 5 воздушных петель. Третью петельку от крючка вяжем соединительный столбик. Две воздушные петли. В следующую арку столбик без накида. Снова 3, 4, 5 воздушных петель. В третью петельку соединительный столбик. Получается пико. 2 воздушные петли, следующий стол,
арку столбик без накида. Повторяем. 3, 4, 5. Соединительный столбик. 2 воздушные петли. В следующую арку столбик без накида. 3 воздушные петли. Накид. В последний провязанный столбик. Столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Пико. Соединительный столбик. Снова 3 воздушные петли. Спускаемся вниз. Соединительный столбик. Последний провязанный столбик. И дальше снова вяжем арки с пико. 5 воздушных петель. Соединительный столбик в третью петлю, 2 воздушные петли, в следующую арку столбик без накида, 4, 5, соединительный столбик, 1, 2, в следующую арку столбик без накида, 1, 2, 3, 4, 5. Соединительный столбик в третью петлю. 2 воздушные петли. И в следующую арку 5 столбиков без накида. 3, 4, 5. В столбик вяжем столбик без накида и повторяем раппорт.